Войлов Вадим Усанович. Он сейчас покажет, как на собственноручно изготовленный монтаж посадить бойл собственного изготовления. Используется противозакручиватель, на который крепится либо кормушка, либо грузина. На конце монтажа поводок с карповым крючком и петлевой петельку, так называемую, которую мы без стопора используем. Какой ты бойл сейчас берешь, какого диаметра? Это 28 миллиметров. Крупный такой бойл, достаточно, да? Достаточно крупный, да. Петелька, она сделана с запасом, с тем, чтобы можно было и более крупный, и помельче прикрепить. Ну, предварительно просверленная таблетка. Через нее просовывается эта петелька, накидывается обратно на таблетку. То есть фактически способом. А ты прям вплотную, прям ее вплотную крючку, да? Это по желанию можно вплотную, можно отрегулировать подальше. Для этого как раз длина петельки и дана с запасом. В данном случае я еще не вытащил вот запас, который позволит отрегулировать. А то есть ты ее еще сверху набросил на крючок, да? Не на крючок, просто петлю на саму таблетку. А, все, понял. Ты как петля в петлю получишь. Петля в петлю, да. Вот таблетка закреплена на этом поводке. В данном случае получилось вплотную. Так, сейчас. Это просто без всякого дополнительного верхнего стопора. Без стопора абсолютно, да, держит. Да, и все это надежно держится и проверено, да, практикой рыболовной на там. В данном случае вплотную можно.